Зайти, задать вопрос, выйти. Зайти, задать вопрос, выйти. Зайти, задать вопрос, выйти. Выйти. Мистер Коннор, помните, говорите четко и точно по теме. С этим может быть сложно разговаривать. Простите. Простите, мистер Фердинанд. Мои глубочайшие извинения, я вас тут не учуял. Крайне необычно для меня, должен признать. Наверное, я слегка приболел. Слонощел какой-то. Ага. Прошу вас, садитесь. Вопрос, почему в нем стрелы? Ну, вообще, в принципе, интересный тип. Принесу нам чай. Круто. Я как раз говорил с герцогом Хайлендским о новом замечательном саду герцогини. Вы очень на него похожи. Вас было бы неплохо познакомить с этими господами. Они замечательные люди. Походу, способности твоей СП запиздеть до смерти. Возможно. Поэтому надо было зайти, задать вопрос и выйти. А он уже обосрался. Да. К сожалению, Дюсон погиб вследствие несчастного случая с лебедями. Он замечательно играл в бадминтон. О, а любите ли вы под... Стоп, получается, твоя мама SCP? Да, значит, та SCP. Пинать валанчик. Я, видимо, тоже SCP, потому что не вмерла тогда чудом просто. Вообще-то я здесь, чтобы задать вам несколько вопросов. О! Ну, конечно же! Зачем же еще вам сюда приходить? Именно. Так что первый вопрос... Это ведь все, чем вы, мясистые людишки, нынче занимаетесь, так ведь? Врываетесь в мою чертову комнату и задаете мне чертовы вопросы! Не хотите ни чая, ни хорошей партии в бадминтон? Нет, нет, нет! Мы же все выше этого, мы слишком заняты, чтобы играть в бадминтон! Че за ебаный бадминтон? Задамажил чела. Мистер... Впрочем, я не могу вас винить за нежелание быть здесь. Еще никто не выходил отсюда, не теряя голову. Знаете ли вы об этом? О чем вы? Блять, бедный чел, не повезло. Такое ощущение, что его для этого туда и направили, чтобы покормить, да. Возможно. Потому что он, ну, в робе. В оранжевой робе, как заключенный. Да. Говнюк. Он тоже SCP? Судя по всему. Да, походу. Я понял. Вы необычный паренек, как все остальные, не так ли? Ну, технически нет. Вы аномалия. SCP, как и мы. Вам место тут, среди нас. Нет, 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 нет. Мне не место среди вас. Я не человек-бомба, я не быстро эволюционирующий вирус, и я не шекспировский каннибал. Я на них работаю. Я не знаком с вашей хрупкой и ранимой натурой, но можете ли вы уйти, когда хотите? Ха, чувак, ты уже задал типа 5 вопросов, а я ни одного. Можно я просто... Всего лишь еще один, лишь один. Больно было? Да, больно было. Хватит. Вот гнида ты, гля. Это ничего не даст. Остановите тест. Вау, а лампу я не задел. Мистер Коннор, Вау, а лампу я не задел. Лампу не задел, когда летал. Мистер Коннор, покиньте, пожалуйста, камеру содержания. Валю, не хочу быть здесь, когда трупы начнут вонять. Идите нахуй, господин Фердинанд. Там, почему собака-то торчит из стены? Она тоже SCP? Hey. Hey.
Как там прошел тест? Не особо, но не так плохо, как с демоном черных дыр. Он все еще лучше, чем парень, который ест воспоминания. Мозгофрики худшие. Погоди, есть парень, что ест воспоминания? Такой есть. Я лягу сегодня пораньше, парни. Клево. Да нет проблем, чувак. Почему кровати так такие маленькие? Ага. Ребят, мы же не фрики, так ведь? Чё? Вы просто безвредные относительно. Но тем не менее, вы тоже SCP. Ого, какая мадама. Спасибо за просмотр. Увидимся. We'll be right back.